Шторм обрушился на Сан-Франциско-де-Паула ближе к вечеру в эту пятницу в Бразилии. По данным гражданской обороны, на данный момент повреждено 100 домов. Муниципальный глава Вандерсон Саарес подчеркивает, что их число, безусловно, увеличится. В городской зоне больше всего пострадали два района – Бритадейра и Кампу-ду-Мио. Внутри страны это были Рикоста и Ринкан, душ Кроев. Все, кто был в городе во время града, были напуганы. Так произошло с жителем района Ринка душ Крев Фабио Хаселиту да Силва, который заявил, что это явление похоже на фильм ужасов. «Мы никогда не видели ничего подобного, это было похоже на фильм о катастрофах. Много повреждений, крыши все повреждены», комментирует Сильва, выйдя на помощь соседям, которые тоже пострадали.